В Уральске отметили день рождения татарского поэта Габдуллы Тукая. По случаю 138-летия великого поэта состоялась церемония возложения цветов к его памятнику. Также были награждены победители ранее проведенных тукаевских чтений. 26 апреля отмечается день рождения татарского поэта Габдуллы Тукая. В честь праздника собрались жители в сквере имени Тукая возложить цветы к памятнику великого поэта. Мы каждый год здесь собираемся. Здесь это наши ученики, наши учителя, наш татарский центр. Все жители Уральска собираемся здесь почтить память нашего великого поэта. Габдулла Тукай провел 12 лет своей жизни в Уральске. Приехав в город в возрасте 9 лет, он вернулся на родину в возрасте 21 года, уже как человек, отличившийся литературным талантом. Ветеран-педагог Нажия Тухватуллина, тесно знакомая с творчеством Габдуллы Тукая, отмечает, что его произведения, имеющие патриотическую направленность, вызывают у читателей восторг. Мы, граждане, жители Казахстана, гордимся тем, что в нашем родном Казахстане, в Западном Казахстане, в городе Уральске, состоялся как великий татарский поэт, как поэт тюркского мира Габдулла Тукай. В честь дня рождения татарского поэта 20 апреля был организован конкурс «Тукай в моем сердце». В сквере имени Габдуллы Тукая были определены лучшие участники конкурса и награждены победители. Награждается Тимур Бексултан Бексултан. Амина Максотова, Олег Писаренко, Аймурат Джагпар, телеканал ТДК 42.